Сегодня у нас 18 августа 2024 года. Это маточное дерево, которое находится на исследовании, яблоня, под названием талисман. Привит на ММС-106. Почвы довольно слабые по гумусному составу. Дерево растет умеренно, однако есть прирост. Несколько лет уже мы следуем этот сорт. Плоды этого сорта довольно крупные. Вот такие под 300 грамм. Здесь урожайность умеренная, однако плоды крупные. Часть урожая уже сняли. При полном созревании он осыпается. Сейчас мы снимем этот плод. Это вот такие плоды огромные. 400 грамм есть. Или 350, не меньше. Этот поменьше плод. Мякоть у них хрустящая, сочная, освежающая, кисло-сладкого вкуса. Поздний летний сорт. На это время они уже созрели. Готовы к потреблению или к переработке. Можно сушить их, на десерт использовать. Дерево так болезнями не поражается. Лист довольно чистый, плоды чистые, паршу не поражаются. Сорт довольно, по описаниям, довольно зимостойкий. Окраска плодов, вот такая светло-желтая и покровная, такой полосатый румянец на части плода, особенно на солнечной стороне. Сорт яблони талисман. На 17 августа 2024 года. Пока этот сорт находится в исследовании, мы наблюдаем за ним по годам. Минимальное первичное исследование занимает от 5 до 7 лет. Черкасская область,